Мои прекрасные, восхитительные, очаровательные женщины. Вы самые лучшие, самые солнечные, самые радужные создания на Земле. И к вам именно я обращаюсь, потому что знаю, что вы точно не пропустите это событие. Ведь это событие нашего всемирного масштаба. Что это? Да, вы абсолютно правильно угадали. Это день зимнего солнцестояния. За месяц до этого события мы с вами уже готовились, совершали ритуалы очищения, призывали духов, стихий, совершали молитвы. И сейчас я чувствую, что вы готовы к этой удивительной, одной из четырех важнейших точек солнца. Зимнее солнцестояние. Всегда в древности женщины собирались все вместе. Пели, танцевали, совершали различные ритуалы обращения к солнцу. Ведь солнце – это источник жизни на Земле. Ведь солнце – это источник благословения для рода. И те сложные ситуации, которые были в прошлом, можно оставить и вступить в новую жизнь, в новый год с новыми силами. Большая энергия, которую мы с вами пробудим. Я приглашаю вас на вебинар, в котором вы узнаете, как же правильно заложить программу на следующий год, как использовать это магическое время. Мы с вами сделаем ритуал и узнаем, как правильно наряжать новогоднюю елку. Я уверена, что вы еще успеете к Рождеству правильно, по всем шаманским, древним, космическим законам нарядить ее. Нас с вами ждет ритуал. Ритуал благословения трех матерей судьбы. Матери прошлого, матери настоящего и матери будущего. Чтобы, взяв эту силу благословения матерей, благих судеб, вы дали силу своему роду. Помните, любимые, мудрые женщины никогда не пропускали это магическое время. А если вы смотрите меня, это означает, что вы одна из тех мудрых душ, которая воплотилась в своем роду для того, чтобы дать ему новую энергию, новую силу, для того, чтобы спасти свой род. Я жду вас 20 декабря, чтобы мы с вами взяли силу солнца, зимнего солнца, и направили ее в ваши семьи.